Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт 1987, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, а прочее Нефрит. И сегодня мы продолжаем прохождение Resident Evil Remake. Что-то я промок сегодня, погулял-то хорошо по улице. А, кстати, не забываем ставить любо, тем, кто подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии под данным видео. И... вступайте в две наши группы, это ПК-59 и наши 90-е. Также вы можете со мной связаться на канале. На канал это... А, со мной связаться, то бишь, вы можете... У меня есть в шляпе и контакт, и Инстаграм. Пока выложим такое. Да. Ну и пойдемте. Чики-брики. Пойдемте уже в лабораторию саму. Мы оттопырились, как видите, перед лабораторией. Где раньше. Я не буду поджигалки уже использовать. Чё упал-то? Подъем, мужик. Ух ты, блядь, какой. Там еще один ползает. Тоже упал. Чего вы все падаете? Алкашня. Опять упал. Все, раненый, убит. Наберем травок, блядь, до хера. Чтоб было нам вообще шикарно. О, еще один мой диск. Эта дверь пока закрыта. Как мы знаем, по предыдущей части за Джилл. Не, аптечек сейчас хватает. Но уже не жалко этих там поджигать еще нахрен. Так, пойдемте сразу же туда, куда нам надо. В эту дверь. Ну, мы знаем, здесь надо будет сейчас нам рентген. Вот эти все слайды надо будет собрать и составить, чтоб слово получилось. Пароль будет это. Вот вы можете это почитать, нажав на паузу. Мы же это знаем уже, это письмо Джону, от Джона Эдди. Не-не-не, мы брать не будем это. Мы знаем, здесь получится цел, решетка. Помню по предыдущей части. Здесь вот мойника-то нету, да? Нету. Как был бы в оригинале, здесь был бы шкаф, нам надо шкаф-то двинуть, чтоб нажать. И там надо было скандинавские иероглифы на английский переводить. Угу. Все, блядь, закрыто еще. Закрыто, все закрыто. Где-то зомбак ходит. Ух ты ж, сука. Где-то мой ножик.
Теперь я буду использовать по ходу дела. Да, 4 гранаты у меня еще есть. Какой-то волос кошачий. Так. Патроны, блядь, для магнума лежат. Вакт. Ну, это мы все знаем тоже. О, компьютер. Так, нет, мы сюда сходим. Компьютер. Так, стоп, что-то... А, там граната лежит. Это всегда вот. 5 гранат, бляха-муха. Всем хавальник насую. Только нападите на меня. Так, где там буква G? Джохан. Похан. Главное, D и O выглядят одинаково, заметьте, да? Так. Джохан. Где H? Ты что-то H потерял. Джохан. Я почему на клавиатуре не могу это вести сам? Эй, да. Какая музыка знакомая, как из этого, блин. Как его? Как она называется там? Динокризис. Там также. Ну, хотя компания изготовителя одна и та же, Capcom. Просто Динокризис там заместо зомбаков динозаврики, заместо монстров всех. Так, вот мы все разблокировали. И третью. Все разблокировано, все отлично. Чики-брики, чики-брики. Вот и все. И дамки мы. Так бы в оригинале, так бы прикольно загружалось бы этот. Мешком таким амбреллы так. И руки были бы на клавиатуре. Но тут нет. О, какая туча опять идет. Так, нам надо сейчас туда. Тут уже мутировать стал. Че кто там ходит? Еще минус один ученый. Еще патрон для магнума, блядь. Вот слайды. Слайды я брать не буду, там вы можете посмотреть предыдущую часть. Там будет Вескер. Мы узнаем про это. То, что Васька работает на Амбреллу. Есть. Я думал, снесет, не снесет голову. Снес все-таки. Это мы все читали за Джилл. Ну, говорю, вы можете снова, если хотите, перечитать. Да, где там мой модиск? Модиск! Ну что, давайте возьмем слайды. Здесь патроны для магнума брать, Да возьмем на всякий пожарный, пусть будут. Сохранялку точно брать не буду. Ибо она мне сейчас не к чему. У меня еще две штуки есть в запасе. Сейчас мы идем наверх. Есть один путь наверх. Краснеют, смотрите-ка, ребятки-то.
Уже один даже покраснел так быстро. Блять, это тот, наверное. Ты меня захуячить решил, что ли? Кто здесь круче? Жучара, сейчас тут оттопырится, похудел, когда я пойду обратно. Ничего, мы его. Даже пигль есть. Бери это. Не десерт, пигль. Как бы я хотел бы, конечно. Так, там что-то мелькает. Ой, еще один мод-диск. Сука. Мод-диски, мод-диски, мод-диски. Нет. Сейчас мы свой фильм поставим. Bioorganic Weapon Official Report. Cerberus. Neptunus. Hunterus. Tyrannus. Пробуй следующим. Bioorganic. Оружие. О, так я и знал. 84-62. Я еще помню, значит. Секилирозами не страдаю. Пик. Ключик. Посмотрим. Как Кена-то пригрохали. С озвучки прикольно звучит, да. Вот мы узнали, как я погиб. Блять, там патроны для рабоша лежат. Но мне их некуда впиздречить. Никуда они не лезут ко мне. Сейчас, конечно, меня не пойдет Crimson Head. Ну, смотрите, все, полностью покраснел. Че, все, я его копнул. Слушайте, супер, я быстрый сегодня. Даже не успел он. Минус Кримсон. Хотел в харю запихать. Вот, я тоже начал краснеть. Блять, что-то кругами бегает, да, ребят? Это еще не краснеет, это еще обычный. Клинок. Но я его не буду использовать сейчас. Ибо у меня есть гранаты. If you grenade. Че, зомбака ни одного нет? Кто привык, тут негр всегда стоит в оригинале. Так, блин. Ой, сколько еще патронов-то дают, блядь, там вообще зажрать. То я тут по патронам погибал, помирал, не знал, как выжить. А сейчас нынче мне их дают и дают. Держи, говорят, нефи. Все у тебя будет заебок. Ну мы такие. Ну конечно. Мы же знаем. Что у нас все будет заебок. Бок-бок. Фрешен бок. Это же оригинальная музыка круче звучит, чем переделанная. Хоть она и
более чище, более как-то так. Не знаю, но все равно мне больше как-то оригинал ближе. Так, эта дверь закрыта. Поэтому надо идти в обход. Никого еще не видишь? Да, выкинуть его нахер. Где-то ползает. Мы знаем, кто там ползает. Полезли тоже туда. Сейчас вылезет, сука. Ну, вылазь. Сейчас мы тебя изремен кто-то. Разнесем нахер. Херня. Черти, смойте с глаз. Не хватало вас. Эй, кто? Устиный щак, как залеплю. Нате в спину нахер. Готово тоже. Шняга Entertainment. Ставим еще один мой диск. Вот и все. Все, обошли. Так бы там, в той комнате был бы ядовитый газ. Если мы там с той стороны заходили, здесь лежали бы трупы. И были бы зомбаки. Но что-то ничего не захотело быть. Дождик идет и идет. Противный дождь. А где-то, блин. Так, что у меня по патронам? Маловато будет. Придется брать более мощное огнестрельное орудие. Ничего. 6 патронов мне точно нужно хватить. Над магнум. Так, где-то херня ползает. Нате, сука. Живу, человек оказалось. Он хоть не тут по потолку не ползает, блин, как меня бесило. В оригинале. Если вы помните. Давайте возьмем пока пустую капсулу. Ну, сходим, сейчас сделаем все остальные дела. Нате. Заползали. Тут они заползали, смотрите. Вот и все. Бубёные, блин. Хламно. Один патрон. А сколько удовольствия? Thank you.
хлам. Еще гранат. А, блядь, да меня никто так не нападает, чтоб мне гранатами. Бросал бы я бы лучше. Что-то вас намного больше, чем я рассчитывал. У меня 2 патрона. Это печально. Это очень печально уже. Уничтожение мне не подходит, да? Мне она не нужна нынче. А, не потом нам вот сюда идти, блядь. Все, я безоружен. Нахер иди. Там кто вылез. У меня патронов нема. Гранаты могу кинуть в кучу хари. Надо пойти взять патрошки. Блять. Иди нахрен. Сука, накинься на меня. Чё мне накинулось? Ах ты же, блять. Сунь гранату, да. О, жри. Ой, ее размазал, это как жбаны. И болтается. Ништячно. Это гуд. Это и есть гуд. Гробовичок надо выложить. Он нам больше уже не пригодится. И думаю, надо бы засейвиться, ребят. А то сейчас мы пойдем. Не дай бог, кто-нибудь на нас нападет. У меня растрясется эта штука. Я за колбу эту боюсь сильно. Ну и мы сидим травку. Так. Ползем дальше. Идем за топливом. Вас эти кримсонами стали, да? Нет, еще обычно лежит. Это вы что, потом станете, да, суки? Когда я уже обратно пойду. Вот, суки. Главное, чтобы они сейчас не стали, когда я сейчас эту штуку понесу. Мне не выстрелить и ничего не сделать. Это будет печально, если сейчас они станут, блядь, кримсонами. Они меня тряханут, либо я стрельну, и буду. Все взлетит к херам на воздух. Да я знаю, что взбалтывание может привести к сильному взрыву. Поэтому мы идем пешком. Как не люблю я в рези пешком ходить, но придется. Ибо по-другому никак. Побежим и все как.
Ты дышнет. Ну что, надо в джил сходить. А, вон начальник джил делает. Нет, этот нормальный. Сейчас обратно еще бежать от квалюхи. От жилухи квалюхи. Что-то я подзабыл. Что надо вначале до нее идти сразу же. Ну ничего, сбегаем. Донесли, блядь. Ну чё, блядь, там... А, сам вставлять будешь? А. Всё, подачу пустили. Теперь идем, включаем лифт. Где там шняги-то ползающие? Чё, блядь, нету что ли? Не стало? А куда шняги-то делись? Вот и всё. Я же говорю, один патрон и сколько удовольствия, вай! Обожаю Кольт Питон систему Магнум. Второй частью у Леньки будет десерт Игл. Он будет называться почему-то у нас по-российски тупо Магнум. В отечественном переводе. Но мы-то знаем, что это Игл. Еще и глушак можно будет навинтить. Типа усиление. Только всегда глушак шел. Наоборот, понижал. Выстрел от пули. Уменьшал. Тут что-то странно. Наоборот. Мистика. Чё, они так не хотят мутировать, что ли? А, они ждут, когда я обратно пойду, блядь, уже. После того, как с Васькой повидаюсь. С Альбертом Васильевичем. Блять, нажми сразу все, Крис, ты что такой? Вафель, туфель. Блять, сразу же все нельзя нажать, вот все нельзя, да? Ах, это музычка. Ассоциация с особняком все равно, когда в комнату заходишь, где светит, надо фонарик этот включить. Торшер этот, настольный. Крис? Джилл. Крис, Вескер. Я знаю. Не открывается. Подожди, я вернусь. Хорошо. I'll be back. Да, Крис.
Пойдем, крысеныш. Нам надо уже идти. Самую главную сюжетную линию. Сейчас мы просто знаем, что надо Джилл спасти. Мы же можем ее не спасти. Вот и поебал это получил. Ой, короче, кушай. А я тебя убегу. Нет, посмотрю. Что с гранаты бежишь ко мне? Придурок. О, заебало. Все, головка не бобо теперь. Кофе остыл здесь уже у меня. Ну вот я его допил. Сейчас будем быстро все уже проходить. Что же конец игры. Берем патроны. Что-то у меня их маловато. Да, хотя хватит. О, еще есть. Травками немножко подзатаримся еще. Кстати, я так подумал. Ну, так не хватит. Приборчик прикольный на гитаре. Похоже, это панель управления лифта. Нажать, да. Ты должен был Берри прибежать. Ты что, Ребекка прибежит? Лифт работает. Крис! О, я же говорю, Ребекка. Ребекка! Я увидела тебя в саду. Наконец-то догнала. Ну, я рад, что ты в порядке. Больше никаких догонялок. Просто будь рядом. Так точно, сэр. Кстати, забыл сказать, в особняке еще был такой момент, где мы со змеей отбились. Там была комнатка еще, ну, где, по идее, в оригинале была. Что с нее мы могли увидеть вертолетную площадку. Но в измененной уже версии мы, там улетали бы вороны. А, здесь нету войскера, чтобы он здесь стоял. Ну ладно. А, он же у меня вообще упал. Выжил, скотина или нет? Выжил, блядь. Вескер. А вот и ты. Крис, я горжусь тобой. Не зря ты из моих людей. Спасибо. Как давно, Вескер? Боюсь, я не понимаю, о чем ты говоришь. У меня пукалка у нас, он этот, как давно питон. Они тебя купили? У меня берет всего. Я думаю, ты немного запутался. Я всегда работал на Амбреллу. И Старс был для Амбреллы. Нет, для меня. Подопытными. Вирус тирана вырвался на волю, заразив это место. И, к сожалению, мне пришлось пожертвовать моими обожаемыми людьми из Старс. Ты убил их своими же грязными руками! Сукин ты сын! Нет. О да, детка. Так все и было. Ребекка! Замри! Ты... Думаю, что ты пока не хочешь умирать. У меня есть кое-что интересное для тебя. Тут больше раскрывается, чем за Джилл было. За Криса-то. Больше Вескер рассказывает. Здесь эпичный тиран-то выглядит. Совершенная форма жизни. Тиран. Чем в оригинале.
Вескер, да ты слабоумный. Крис еще его троллит. Крис, ты никогда не поймешь. Он великолепен. Вескер! Тут он Вескера убивает? Вот этого я не ожидал. А что, мне саму систему самоуничтожения включать? Я же говорил, что где-то надо будет само, не помню где. Так же в оригинале было. Подходи, пробирочный уродец. Не-не-не, Крис, бежим, бежим, бежим. Пробирочный уродец. Че, 5 патронов всего? Так, Вескер. Какой-то жалкий способ. Какой жалкий способ умереть? Он держит что-то. Записки надо дать. Ну, это мы знаем. Тоже читали. Ну, кто захочет, тот может прочитать. Про Биркина тут, про Алексию. Это нам уже предыстория второй части и кода Вероники немного. Так, у меня что, у Вескера ключа-то нету? А где ключ, блин? Так, где там моя Ребекка? Ребекка! Крис! Как же хорошо, что на тебе бронежилет! Здесь больше нечего делать. Уходим. Хорошо. Да что, обходить, блядь? А ключа у Васьки-то нету, блядь. Значит, так что ли откроется? Сейчас проверим. Да. Странно. За Крисом, потому что я вообще не помню. Один раз, говорю, проходил и слабо помню. Систему самоуничтожения начну вручную выпиливать. По ходу дела. Или Ребекка сделает. Ну, будем надеяться, что Ребекка сделает. Чуть мне неохота снова туда бежать. Крис? Что такое? Я нашла документ в лаборатории. Судя по всему, тут еще много образцов вируса Тирана. Мы должны взорвать это место. О. Верно. Зададим им. Доверяю это тебе, Ребекка. Легко. Я запущу систему самоуничтожения, которую обнаружила ранее. Для начала надо выбраться. Увидимся снаружи. Так точно. Ну, я же говорю, Ребекка сделает. Молодец, девчуля. Так, держать. Комрейд. Кто по-другому? Целый патрон просрал. Ну чё это, зомбак протух где-то? Который должен был тут лежать, потому что думал, станет Кримсоном. Нет, мало не подошло, что бегать, чтобы он стал Кримсоном. Но... нам уже не дольше бегать. Давай-давай-давай, крыс, бежим. Чё так? Я по лесенкам прыгал бы уже. Джилл, ты бежай. С любовью бы убежал бы.
Джилл, извини, что заставил ждать. Я знала, что ты придешь. Уходим отсюда. Ранг. Джилл, ран. Ран, Леон, ран. Блин. Вот уже вспомнился этот. Четвертая часть. Этот. Битва с этим. Как его. Краузером. Ну, четвертая, она уже отдалена от оригинала. Идем! Там уже не про Т-вирус далеко. Ух, уже все близко, уже все. Скоро будет финал. Возьмем-ка еще на всякий пожарный аптеку. А, ну и конечно засоемся. Видите, под ногами лежит Крис, она. Три штуки, блин. Выкладываем. Идем, Джилл. С двумя девчулями. Сейчас тут ЖМЖ как устроим. Это Брэд. У меня заканчивается горючее. Это ваш последний шанс. Если кто-нибудь еще жив, подайте знак. Повторяю, это ваш последний шанс. Last escape. Ага, вот мы еще что-нибудь взять. Как я помню, в оригинальной измененной версии она лежала здесь в системе уничтожения, лифт включали мы. Вот там вот. Так бежишь сюда и опа, и забыл, что там она. 3 минуты до взрыва. Система самоуничтожения активирована. Отлично, Брэд ждет нас в вертолете. Эти твари приближаются. Я займусь им. Но... Тут не тиран. Крис, ты должен как-то связаться с Брэдом. Хорошо. Тут всего лишь эти вот ползающие. А за Джилда тут тиран орал. Чего сейчас девчули там с ними разберутся? С ними, конечно, беретами. Ну, Джилл-то он вообще, если за нее играть, то можно у Форреста-то гранатометик отжать. Запускай уже. Давай, вжух нам. Две попки прибежали. Да. Ну и большая жопка лезет. Ну да. Джилл получила. Ребекка, ну что ты со своей билетой-то хочешь сделать, тирана? Пих-пих. Печаль.
Ах ты ж, блядь! Нормально он так мне пизданул. Надо вам главное от рыбаки отводить. Ага, промазал. Оба-на! Бегаем, бегаем, бегаем. Ага, блядь, опять наебал. Ему вообще по барабану. Что-то тут дольше времени. Брэд, блядь. О! Крис, используй это! Убей его, чтобы это ни было! С радостью. Ага, не получилось, сучара. Жучара. Файн хоу! Чё, блядь, да ладно. Ох ты ж ёпти. Это что это? Он тут отбивает еще и гран... ракеты. Наконец-то, блядь. Я ждал, снова отобьёт. Ничего себе тут тиран. А что, на сложном вообще все ракеты будут убивать? А, его тут надо измотать, наверное, было. Расстреливать, как было в ходе Вероники. Чтоб тирана скинуть с вертолета. С особняком. Приголубь ее, приголубь. Смотрите, две девчули. Музыка сейчас рок будет, да? Да, классика. Солярные электрухи. Ну ладно, мы это пропустим уже. И посмотрим, на чем мы как закончили. Отличная работа, Крис. Блять, я не смеялся. 5 часов 41 минуту я играл. Сейчас убито 107, вопрос использовано 350. 12 лечащих предметов использовано 23. Вы получили ключ от раздевалки. Открыт новый костюм. Можете сменить его в раздевалке. Нажмите. Ну, мне это не столь важно. Ну и, ребят, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Nefright 987. С вами был Неф. Не забываем ставить любо. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставлять ваши комментарии по данным видео. Ну и всем пока-пока. До новых встреч. Let's rock!